Помните историю о том, как мне спустя год вернули пристроенную собачку Ладу, но уже с щенками? Вообще, собаку-мать хозяин планировал бросить на мясокомбинате, а щенков отдать перекупщикам, но мне пришлось нарушить его планы. Так вот, собачья семья в итоге спасена, а это видео о том, как изменилась их жизнь после предательства несчастных деревенских будней. Практически все пушистики за короткий промежуток времени стали счастливыми. Сначала двух щеночков приютили в Курске. Один мальчуган даже поехал жить на Курскую Рублевку в машине с личным водителем. Потом, после моей статьи, нашлась чудесная семья для Сонечки в Москве. Отвезли ее в начале карантина. Теперь крошка живет как королева. А буквально через несколько дней после отъезда маленькой Сонечки для мамы Лады нашлась добрая семья, и она тоже отправилась домой в столицу. Ну а дальше, думаю, мои комментарии будут излишни. Просто смотрите. Да. Все прощаются с Сонечкой, да? Сонечка уезжает у нас, да? Так, не надо плакать. Плакать всё. Не надо. Место признала, скажи, да? Ой, это странная девочка. А жила сразу, да? Проводили, они отдали, сели, говорит, целовались и заплакали. Да, они очень переживали за нее. Ну, такая лапочка. Будешь как это? Так говорят, очень большая. Глазки какие, ой, вообще. Только аккуратненько. Где такая красотка? Где моя красоточка? Где моя хорошая? Испуганная, глазки испуганные. Ты моя лапочка. Ну что, пойдем домой? Пойдем знакомиться, моя девочка. Пойдем. Стой, 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 стой. Не-не, она выйдет, выйдет. Да, мы боимся. Она также у меня. Она боится просто заходить. Я так и думала. Сейчас. Вань, не спешите. Возьми дочку свою. Дочка шевелится, боится. Она боится уйти. Костёк, на ручки возьмите ее. Заноси в шоке. Это не фонд. Пойдем, войдите. Какие мои сладкие. Так, а это вам за собачку. Ага, спасибо.